интересно, солдатики, как видно, оббегают его. А вы заметили, солдатики в ловушку не попадают. А, такой баг в игре, да? Очень интересно. Не, ну разрабы могли бы как-то постараться, чтобы не попадать в эту ловушку. Вот здесь она между этих ящичков. Опа! Да. Как видите, можно, если двигаться вот так, рывками, можно в нее не наступить. Она открывается заранее. Ну что, давайте сначала я, наверное, пройду левую часть. Потом буду потихонечку вниз. Тем более, что тут недалеко идти. Вот две двери и больше дальше. Ну, может, за ними что-то будет. Какие-то проходы.